Сегодня же после заседания городской думы мы попросили главу города Ивана Корнилина прокомментировать решение городской администрации о запрете шествия в память о гибели Бориса Немцова. Я напомню, инициативная группа 27 февраля, в годовщину убийства, хотела организовать шествие по Большой Покровской и площади Минина. Однако власти, ссылаясь на законодательство, шествие в центре города запретили. Когда Борис Немцов был нижегородским губернатором, нынешний глава города Иван Корнилин был главой городской думы и был с Немцовым в хороших и рабочих, и личных отношениях. Поэтому мы и попросили его прокомментировать этот отказ. Для меня Немцов был первым губернатором Нижегородской области, я с ним работал. И всегда, вы запомните все, да, был авторитетным, уважаемым человеком. На самом деле, из прессы сам узнал, что нет разрешения, потому что первый день вышел, болел, поэтому вник в эту ситуацию. Но вмешиваться в администрирование и в работу администрации я не стал бы.